А ДТП в центре Сыктывкара, которое накануне едва не привело к трагедии, попало в объектив одной из веб-камер. На кадрах видно, как развивались события. При съезде на кольцо с улицы Коммунистической со стороны ЖД вокзала образовалась вереница из автомобилей во главе с автобусом ПАЗ. Будто предчувствуя беду, одна из легковушек решается на маневр объезда колонны, что ее и спасает. В это время сзади несется Lexus, сталкивается и заваливается на бок. Рено уносит в сторону тротуара, где его останавливают металлические ограждения. Примечательно, что в первые минуты пешеходы и проезжающие мимо автомобилисты даже не пытаются оказать помощь пострадавшим. Хотя и очевидно, что, например, водителю внедорожника без постороннего внимания было просто не выбраться. Предварительно считается, что именно водитель «Лексуса» за рулем была женщина, виновник аварии. Автоледи пояснила, в какой-то момент просто потеряла сознание и пришла в себя, лишь когда машина уже перевернулась. В ГИБДД рассказали, признаков опьянения у нее не зафиксировано.